Здравствуйте, любители молодого мяса. Меня зовут Олег, и сегодня я тут со своими, приятелями, друзьями, интересными людьми, голубками, дамочками и интересными людьми будем играть в Among Us. Я играю в первый раз, не надо обзываться, ругаться, завались. Еще я хочу сказать, что я по приколу занимаюсь музлом, исключительно комедийный жанр, да, ору. И в пятницу я релизую, в эту пятницу, новый трек. Следите, пожалуйста, за моим инстаграмом, если тебе это интересно, потому что, это будет мясо. Ну и все по бумажке, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, да, и подписаться при этом надо, чтобы его нажать. Или просто нажмите его, я не знаю. Приятного просмотра. Выходит, я импостер. Да, и что же мне делать? Я просто первый раз играю. Так, бегаю. Ничего не происходит. О! Заебись, я поиграл в игру. Олег, знаешь, что я делал? Я стоял карточку провести, короче, не мог. Короче, я захожу, а Аня ебнула холки. В смысле, нет? Кто я зарепортила, это желтый. А может, это самый рекорд? Я зарепортила! Олег, неплохо! Неплохо. Да это Аня, она солевая, у нее ломка началась, она, я тебе шприц ему в глаз, я захожу, и все. Она сама репортнула, чтобы тебя не подставить. Да, и меня подставить, конечно, потому что я его... Вернулся, посмотрел, видишь, что я на труп бегу, и такой, типа, а что делать? Нет, так не было. Сдавайся. Олег, ты считаешь, что ты виноват? Я не считаю, что я виноват. Ну, конечно, ребят, вот смотрите, вы ошиблись. Спонсор данного кинофильма mycsgo.net. Лучший дроп в СНГ с крутейшим дизайном. Промокод Джон Куни даст тебе преимущество в постели передо мной и на этом сайте. Тут можно открывать кейсы с медийностями и мемами, ивенты и многое другое. Пополняться можно не только денежкой, но и своими скинчиками вонючими. Зайди на сайт mycsgo.net. Лучший и самый красивый. Ссылка и промокод есть в описании. Зайди, пожалуйста. Итак, меня могут оторвать в мою желтую попку. Идите отсюда. Я пойду погуляю. Что мне, естественно, надо сделать? Двигатель здесь стоит. Почините свет. Кто-то выключил свет. Поставлю-ка я вот здесь. Не поставил. Ладненько, пойдемте чинить светик. Что надо делать? Ребятки, бегает от Элвис Пресли и соливает. Олега, припякали. Мне кажется, это... Я тоже первый день в игре. Ну все, ну ты же никого не убил. А ты меня прям выгораживаешь, да? Ну слушай, я же тебя видел. Я знаю, кто это. Давай, пару слов. Что ты замученная? Да, нюхает соль, потому что сидит там. У меня гостеприимная собака. Давай, чаще говори. Вот сделал. Я видела. Понятно. Убила, да? Толк, что ты можешь сказать? Я не считаю, что виновата. Ты сидишь там, я нашел труп, и я заявляю, что... Ты его нашел? Это на тебя упал вообще. Черная женщина с кепкой. Мне кажется, это... Женщина. Скипать? Давайте за предателем буду летать. Я тебя прокляну. Да что, хватит, Олег. Вот видишь, справился. Смотрим за... Вот он, солевая. Ну, кто может быть еще, со шприцом в руках? Солевая лишь. И я за тобой. Ух, куда ты полетел? Что ты думаешь? Я не знаю о твоих поступках. Ты грязное животное. Ну, я вам говорил. Я член экипажа. И в целом-то я член. Прикольный столик. Ланька, побежали дальше. Ничего необычного. Он какой-то, он был прекрасный, гудит. Ну если меня сейчас ебнут, ребят, канал... Пароль от моего канала... Бля-бля-бля-бля-бля. Ах ты, сука, пошел отсюда.
Пошел ты на... Пошел ты на... Ой, я больной! Ладно, все нормально, у меня просто паника, когда люди... Да пошел ты на... Трется он, гляньте. Стоп-рот. Вы смотрите. Я считаю, что я знаю, кто это. Я тоже. Гимн Украины, последняя строчка. Я считаю, что это ебаный 3-2-1. Почему так? Да ты меня чуть с ума не свел, просто. Я, сука, чиню в управлении какую-то хуйню и стоит за углом, дышит, тварь, просто. Я прикрываю. Да кого прикрываешь? Потом солевая еще подошла. Я думаю, ну все, что меня захуй вдвоем палками. Потом вспоминаю, что один трейдер, да. Но потом что я не понял. Ну просто вызвал. На паранойю, извинись. А может быть ты трейдер? Может он не убийца, но параноидальные какие-то явления вызывают. Да заеб этого голоса. Да еб... Да это! Ну-ка. Подожди. Ладно. Ну-ка. А, вот. Мут. Ладно, я просто параноик, ребят. Но если он сейчас сюда придет опять, я его выебу. Аплоуд. Загру... Обычно всегда помогает. Я называю эту способность собачкой. Желтый. Отлично. Совсем справляемся очень легко, ребят. Украинцы, знаете, с двумя вещами хорошо справляются. С первой и с салом. Что я говорю? Так, опять мое любимое задание пока что на самом-то деле. Развивающее очень. Очень развивающее. Я обычно считаю, что люди, которые не умеют читать... Дебилы. Опа! Ну что? Это коричневый. Коричневый? Кто это? Ёбнутый! Это, сука, ёбнутый! А зачем ты нажала? Никого же не убила. Кто? Если я уверен, я голосую, что сука, я голосую. Всё. Мы только закончили то собрание, и он на секунду побежал за мной. Этого было достаточно, чтобы у меня ёкнуло в сердце. Смотрите, пожалуйста, какашку выкинули за борт. Иди нахуй, я знаю. Это мой внутренний голос сейчас мне сказал. Пойдемте починим свет, потому что нас сейчас трахнут. Я так и знала. Скотина ты, я нагнал на человека из-за тебя. Я думаю, нас ожидает приятная игра, приятные эмоции. Как-никак, я уже немножечко... Начал разбираться в игре, разбираться в людях, саботаж коммуникального модуля. Не знаю, что это значит. В этом я не разбираюсь, конечно же. Но пойдем, ладно, решим, по-быстренькому обкашляем вопросик. Я надеюсь, мне никто не сломает ногу по пути, не всунет в задницу. Мой локоть. Ну, знаете, такая обычная прогулка в Луганске. Понятно. Взрыв реактора? Вы чё, обалдели? Как вас зовут-то? Надо быстро чинить это говно. Мы сейчас взлетим на воздух. Твою же маму русскую. Чинит, отлично. Ну что, сука? Я убили. Убийство где произошло? Где найдено тело? Справа снизу. Я знаю, кто это. Кто? Я не знаю. Сейчас, по фактам, Я был с монолитом на чинке реактора. Олег, нет, потому что я видел, как он стрелял по астероидам. Да, и я с тобой был, ты когда реакцию... Какого хуй голосования заканчивается, блядь? Голосуем. За солевую я голосую. Я тоже. Да! Почему? Вот так! Потому что... Фемки, нахуй фемок. Я просто... Пожалуйста, блядь! Пойди посади соль. Один предатель. Убивать кит. Чего? Что такое? Мои доводы будут легкие. Как перышко. Мне кажется, все поняли. Ладно. Дедукция. Шерлок Холмс, блядь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, бегу, ножки двигаются. Значит, я не инвалид. Сорян, кто не умеет ходить. Я не хотел обидеть.
Хотел задеть. Верхний двигатель. Ну, слушайте, все пока достаточно тихо и спокойно. Ничто не предвещает беды. У меня собака на фоне пернула. Вот это уже проблемка. Посмотри, 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 что творит. Чикен, вот он возле меня прям. Смотрим внимательно. Они все трое здесь. Чикен возле меня. О! Ну что, кого засудить на строгач? Да. Так, ну я выполнил все свои задания. И все живы, чего? Убийца, ты что, дебил? Я тоже выполнил задание. Я тоже. Все, мутаемся. Не понял, блядь, вы что? Это я еще не успел проголосовать. Эй! Ну спасибо, блядь! Чё за... Кто на траву убежал? Смелый? Ты всё ясно! Ну ты убийца. Ой, больной, сука. Упал в толпе, блядь. Толпе, да, спасибо. Ты просто больной. Такой же ёбаный. Изи, изи, вообще. Да почему я всегда член экипажа? Всегда я хочу убить людей. Заправьте двигатели, задание. Заправить это по моей части, ребятка. Монолит 98-го. Пишите в комментариях, подъеду, заправлю. Заправляем. Пожалуйста. Пока что все очень легко, ребят. Кто хоть раз ел окрошку, подписываемся. Так. Не дай бог он меня сейчас ебнет. Я кофе. Алло. А чё за хуйня? Это их уебал. Да, нихуя себе. А я ещё стою такой, о, Вовчик. Всё, пока. О, медпункт, я знаю, где медпункт. Я уже знаток этой игры. Вау. Так, ну чё, трупик я нашёл на щитах, значит. Где? Блять, возле далеко. Меня был ебанутый. По правому нижнему углу. Это ебанутый. Вот ты, Руслан, это прибежал я. Ко мне, да, на кислород? Я да, проверили, солевая тебя не ебанула. А солевая куда потом побежала? Направо. На в охран, да. И потом поломались. Они... Тебя в охране не было, я был в охране и смотрел мониторы. Я рядом зашла в охрану, посмотрела, там никого не было. Пи***ш, ты пи***ш. Не, потом я и в столовке да встретил, она, скорее всего, да, она не пи***ш, скорее всего. А кто на камерах стоял, Олег? Я стоял на камерах, да. А потом пошел в электричество. На камерах никого не было. А ты на камерах видел, снизу кто-то бежал или нет? Я видел, ты куда-то бежал, и двое вверх бежали. Ебнутый он был на навигации. Возможно, пока мы дефьюзили кислород, он ебнул и на навигации стоял. И он стоял там очень странно. Ну чё, ебан, получается? Давайте как в арабских странах, самого белого ебнем. Да, нахуй белого. Демонетизейшн. Пожалуйста, бля, арабы не ошибаются, я вам так скажу. Кто из вас? Не, ну это наглость тут, она так делает. Говорите, где вы находитесь? Кто кого нашел? Я в кафетерии. Я в кафетерии был. Я в электричестве. Я во два. Я пи***ас. Кто бас, наверное, желтый увидел вообще? Я видел его в самом начале, но он заходил в этот... Но он в медцентр зашел, и все. Кто жаба? Как раз он там и валяется, если честно. Как бы история вот она прервалась именно на этом моменте. Как и твоя, Олег, так что... Можно и это... Вот задуматься. Да за шоу. Вы сейчас же видите, что вы были неправы. Я долго прожил, блядь, эту шару. Я еле размутался, потому что, блядь, этот раз мне начал звонить. Вау, я предатель. Розовый, почему игнорируем труп? Какой? Где он был? В охране ты зашел? Нет, я не заходил. Двоих убили. Обтрахнули. Я не заткнул. Короче, я голосую за одного. Пойми, что говорит. Алло, что такое? Это солевая.
Почему? Почему? Потому что. Обоснуй. Ты солевая. Ты слишком агрессивно просишь меня обосновать, это точно ты. Я даже за тебя не успел проголосовать. Это с факта сейчас. Я верю. Всё. Хорошо. Понимаю. А мы не заработимся или можно сейчас уже размутиться? Можно размутиться, да. Я труп в медичке нашел. Я нашел. А второго. А. Где отрубают связь. Ну я еще не уточнил, значит, электричество, а тут кнопку нажали. Ну, непонятно, прорываюсь, наверное, скипает, да. Я нашел на электричке тело. О, это Габур, мне кажется. Так я с тобой стоял, вот, выбрасывал мусор. Мы... Где труп ты нашел? А так мимо меня, мимо на меня. Выходе, на выходе из электрички, прямо уже в коридоре. Так я сверху забежал. Да. Он меня не... пробежал, а сразу меня там не там. Было, я с тобой стоял. Я в электрике вообще не был. Юра. Это не я, это сама репорт. Че ты, блядь, пиздишь, алло, блядь. Олег, это кто по национальности? Ну вот так вот чисто. Это Олег. Какой? Так мне сказали, ГФЕ, это уже Олег. Спасибо, а я говорю. Я же говорил. Какой Олег? А, ты импостер был? Да, да. Тебе. Я по приколу начинаю орать, чтобы забайтить на эмоции, а тут реально труп, короче, лежит. Я нашел Богданчика в электричестве. Где он был? В электричестве. Обтанный, где ты был? А где? Я с Чикином. Он был со мной. А чей где Чикин был? В администрации мы были. Я еще там видел... Смегма, а ты где был? Ну, я в электричке стоял с Аней. Понятно, баним. Вы пожалеете, ребят. Да, по-моему, нет. Изи! У тебя банки видно, хуй. На этом, в принципе, все. Вот так вот получилось. Интересно, неинтересно, весело, не весело. Я не знаю. Решать, естественно, вам. Но я очень жду лайк, конечно. Что еще могу ждать? По бумажке. Подписываемся. Колокольчик врубаем, пишем коммент. До свидания.